Жители Якутска также почтили память павших солдат на озере Ильмень. В сквере Сайсарского округа столицы состоялось торжественное возложение цветов к мемориальному памятнику «Журавли над Ильменем». Оксана Устинова готова рассказать. В День защитника Отечества общественность, ветераны и молодежь республики отдали дань памяти воинам-якутянам, погибшим в сражении за родину на озере Ильмень. Напомним, в феврале 1943 года трагически погибли якутские стрелки, 220 человек, на озере Ильмень Новгородской области. И сегодня участники церемонии почтили память павших воинов минутой молчания и возложили цветы к мемориалу «Журавли над Ильменем». В память о погибших на озере Ильмень также прозвучали залпы оружейного салюта. С торжественной речью выступили заместитель председателя правительства Михаил Гуляев, председатель Государственного собрания Ельтимен Александр Жирков, военный комиссар Республики Саха-Якутия Демир Ол Артына, участник Великой Отечественной войны, кавалер Ордена Отечественной войны второй степени Михаил Попов и другие. Участники митинга обратились ко всем с просьбой помнить исторические события страны. Хочу всех поздравить от участников войны и поблагодарить молодежь, чтобы наша Родина спала спокойно, чтобы наши внуки, правнуки не досталось так сражаться на фронте, как на нам 42-43 год. Это был очень тяжелый. Счастья всем, дорогие друзья, и удачи!